сегодня как раз Лариса Олеговна поделится своим опытом, как она проводила занятия. Следующий блок, который мы проводили в гибридной аудитории, это физика. И в чем особенность физики, в отличие от занятий семинарского типа? Что студенты, обучающиеся, работают с реальным оборудованием. Что же в этот момент делать студентам, которые находятся в онлайн? Конечно, ответ на первый вопрос, что часть физических опытов и экспериментов можно провести и с использованием подручных средств, которые можно найти дома. Но как быть, когда у тебя сложные технические установки и программой заложена работа и выполнение экспериментальной части? Был выполнен ряд методических, выполнен методический поиск выхода из сложившейся ситуации. Технически в аудитории транслировать опыт не составило труда. То есть опять все решала техника за счет дополнительных камер с разным масштабом, с разным углом обзора. И это позволяло участникам нашего второго онлайн-потока наблюдать все в достаточно четкой детализации. Причем, как отмечала Дина Леонидовна, преподаватель, что это было полезно и в самой аудитории. Но был найден выход и для аудитории, которая находится онлайн. Был приведен большой такой список, выполнен синхронизация лабораторных работ, которые можно выполнять с реальным оборудованием, и виртуальных лабораторных работ. Причем, конечно же, вот мы с вами методисты, педагоги, и вы скажете, что физика – это тот предмет, где мы формируем навыки работы с оборудованием. Но если мы посмотрим компетенции, которые заявлены в образовательных программах, то там есть и компетенции, связанные с информационным моделированием. Поэтому получилось, что студенты, занимающиеся в онлайн или же в аудитории, на самом деле формируем мы у них иногда разные компетенции. То есть предметные компетенции одни, а вот общеуниверсальные получаются несколько разные. У одних добавляется информационное моделирование. И да, это был выход из сложившейся ситуации, когда синхронно мы проводим занятия с реальным оборудованием в аудитории, а студенты в онлайн выполняют лабораторные работы в виртуальной среде. Конечно, чем больше будет такого контента, конечно, мы сможем практически все содержание вывести на этот формат, но не всегда, конечно, это возможно. Следующий наш шаг – это было перейти в мир искусства. И занятия, казалось бы, как проводить, когда тебе нужно играть на инструменте. Но и здесь есть ряд дисциплин, которые прекрасно ложатся на формат гибридного обучения. Но сама модель остается прежняя, что студенты, занимающиеся с реальным оборудованием, и второй поток – студенты, которые работают с цифровыми аналогами. Но здесь была очень интересно открыта сама модель взаимодействия институтов. Сейчас вы видите фрагмент элективного курса, который ведется у нас по всем институтам. И раньше необходимо было студентам передвигаться из одного корпуса в другой корпус, создавать сложную систему расписаний, потому что всех студентов нужно было собрать в одном месте. Но эксперимент показал, что формат взаимодействия в гибридном формате в рамках элективных курсов себя оправдывает. И студенты могут заниматься вполне в гибридном формате, находясь в двух потоках, в онлайн и в аудитории. И сегодня как раз Валерий Олегович поделится своим опытом. Я много раз вначале сказала, что гибридный формат возможен и не обязательно в гибридной аудитории. Был проведен действительно такой поиск интересных практик, кейсов гибридного обучения в системе общего образования и дополнительного образования. И действительно, такие практики есть.
И, конечно же, интересно было смотреть более сложные предметные области, где идет манипуляция реальными объектами, потому что именно эта часть, на наш взгляд, показалась сложной в реализации. И мы видим, как в студии изобразительного искусства ведется занятие и для потока онлайн. Это те ученики, которые не смогли прийти на занятия по разным причинам. Конечно же, аудитория не совсем может похвастаться теми техническими новинками, которые имеем мы. Но сам формат имеет место быть, и он оправдан, и он, по сути, внедряется вне зависимости от наличия самих гибридных аудиторий. Также это позволяет в школах проводить занятия буквально с переходом на живую природу. И тут мы видим фрагмент занятия по окружающему миру, когда ученики здесь и сейчас могут работать с наставниками, находящимися там в лесу, задающими им вопросы. То есть меняется сценарий, меняется сам подход к проектированию занятия. И это, конечно же, расширяет, с одной стороны, возможности как содержания обучения, так и использования дополнительных ресурсов. Потому что если переложить эту историю на, скажем, технические направления, как технопарки, то школа имеет возможность расширить свою материальную базу за счет привлечения вот таких площадок. И подводя вот как бы такой небольшой итог, хотелось бы сказать, что мы понимаем, конечно, сейчас в первую очередь под гибридным обучением, это не просто выбор, где ты сегодня будешь, в аудитории либо онлайн, а это расширение сценария, это расширение именно методологической сущности занятия, когда преподаватель может проектировать занятия, практически ни в чем себе не отказывая. Сейчас мы видим пример занятия по методике электротехники. Как раз-таки Авушкин Дмитрий Борисович работает и со школьниками, и со студентами. Это студенты-педагоги, которые имеют возможность на дисциплине по методике отрабатывать и получать свой методический опыт со школьниками. Не моделировать педагогические ситуации, а именно работать со школьниками и видеть те проблемы, которые возникают у школьников при изучении этой темы, отрабатывать с ними сложные моменты. И на наш взгляд, такое практикоориентированное обучение, когда мы вне педагогической практики можем взаимодействовать со школой, оно бесценно. При этом, конечно же, нужно понимать, что со стороны школы это особая организация учебного процесса, что школьники не могут присутствовать в аудитории одни, что, безусловно, с ними должен находиться учитель. И, конечно же, нужно понимать, а в рамках какого времени школа работает во время занятий. Здесь есть ряд интересных решений. Дмитрий Борисович, к сожалению, сегодня не с нами, но наше исследование не закончено, и как раз-таки результаты работы вы сможете в скором времени увидеть, по сути, в белой книге гибридного обучения, часть вторая, и увидеть интересные новые практики взаимодействия. Поэтому именно расширение моделей взаимодействия легло в основу нашего исследования. То есть как меняет гибридное обучение именно содержание занятия, сценарий занятия, кого мы можем привлекать. И сегодня Валерий Олегович, я думаю, тоже поделится своим кейсом, когда на занятия для оценки работ студентов привлекаются эксперты. И, по сути, не преподаватель оценивает студентов, а приглашенный эксперт.
Итак, вот мы видим как бы расширение модели взаимодействия, когда привычная схема взаимодействия между преподавателем, студентами и между студентами выходит за грани и одного института. Мы можем подключать два института, например, для элективных курсов. Мы можем подключать школу для проведения практико-ориентированных заданий, занятий по методике. Мы можем привлекать студии из дополнительного образования с целью как расширения материальной базы, так и для какой-то внешней экспертизы. Таким образом, сейчас ведется работа над расширением именно моделей взаимодействия, и будет очень интересно узнать ваши кейсы. Ну, а продолжить я хотела бы именно вернуться в создание нашей гибридной аудитории. И вот интересно узнать, а как видели разработчики гибридной аудитории вот эту задачу, которая перед ними стояла? Потому что действительно четко сформулировать на первых этапах, какую задачу должна выполнять была гибридная аудитория, нам было непросто. И именно в процессе какой-то апробации шло изменение очень многих компонентов этой аудитории. И сегодня как раз вот и Ольга Николаевна поделится, как их аудитория изменилась. Но вот сейчас разрешите слово передать Анне Владиленне, разработчика той аудитории, вот видео, из которых вы видели. Аня, расскажите, вот как вы видели задачу разработки и вообще, как вот на ваш взгляд шел процесс создания именно гибридной аудитории? Расскажите. Анна, мы вас не слышим, микрофон. Да. Простите. Мы довольно давно занимаемся работой как системный интегратор с российскими вузами. Где-то в 2006 году мы делали аудитории потоковые с мультимедийными средствами, оборудованием. Потом, значит, были истории, когда все лекции записывались, транслировались. Этому уже почти тоже 10 лет на мобильное устройство. И вот эта история, которая нас всех встретила неожиданно пандемией, да, то, конечно, это был такой челлендж – понять, что же там происходит, что же вообще нужно. И очень интересный опыт у нас, конечно, получился с МГПУ, потому что мы провели анкетирование преподавателей и методистов по различным предметам. И по математике, и по педагогике, и институт культуры. И выяснили самое главное. Да, вот, наверное, то, что я сейчас скажу, это, наверное, все так понимают, что, конечно, очень трудно удерживать дистанционных студентов. Их надо видеть. Вот то, что говорят, вот я прям процитирую из нашего большого анкетирования, которое мы делали, надо видеть всех одним взглядом, и живых, и удаленных. Вот, видеть обращение от одного студента так же просто, как и живого, а не заглядывать в монитор, потому что тогда приходится сидеть все время и не отходить от рабочего места преподавателя. Вот, и очень важно, чтобы была вовлеченность студента в активные занятия. И надо сказать, что, конечно, во многом вся удаленная работа зависит от того, насколько хорошо видно и слышно. И тогда мы проанализировали, а какие существуют способы, да, какие существуют способы работы. И, конечно, ну, скажем так, наиболее освоенные в гибридном формате обучение – это лекции. Это когда один демонстрирует всем, все остальные видят. Но дальше возникает вопрос. И у нас преподаватели говорили, что нам нужны интерактивные лекции. Это возможность следить за реакциями удаленных студентов, к ним обращаться, их вызывать, чтобы всем была видна их реакция этого студента. И поэтому такая задача стояла. А дальше стояла задача, что мы делали тот класс, который вы видите,
Он не лекционный класс, он больше семинарский. И здесь стоял вопрос живого обращения со студентами, то есть диалоги со студентами, с любыми, которые сидят в совершенно в дальнем углу. Преподаватель может туда подойти, к ним обратиться. И вы должны увидеть, насколько вы должны увидеть, и вы должны услышать, даже если вы находитесь с другой стороны экрана. Дальше, конечно, отдельная работа в группах. Это когда мы разбиваем студентов на несколько групп, включая как онлайн-студентов, так и офлайн-студентов, и они могут в этих группах работать, подготавливать свои проекты, подготавливать ответы на задания и потом демонстрировать. Отдельная история – это работа, практическая работа, которая вот сегодня была продемонстрирована чуть раньше, и даже работа в парах. Отдельно мы выделили работу у доски, потому что это также тема семинарского занятия. И очень важно было организовать, конечно, единое образовательное пространство для всех, и для удаленных студентов, и для студентов, которые присутствуют в аудитории, сделать для них вот единую такую единую аудиторию, чтобы было просто реализовать. Минимальная должна была быть нагрузка на преподавателей и студентов, простое переключение, защита от случайных ошибочных действий. И была еще огромная задача – это сделать недорого. Ну, оно, конечно, все равно получается довольно дорого, но тут у нас была довольно задача, то, что называется research and development, сделать уникальное решение, чтобы это было не так, ну, скажем, не так дорого, как это было бы, если бы мы это делали стандартным способом на так хороших, хорошо известных брендах. Потому что не каждый государственный вуз может себе позволить то, что может позволить, например, бизнес-школа. И мы сделали так, что на семинаре преподаватель может ходить по всей аудитории, его хорошо видно и слышно. Он может вызвать доски любого студента, как онлайн, как офлайн. Они могут попарно выходить доски, они могут вместе работать над одной задачей, и мы это показывали, когда вводили комплекс. И это было тоже довольно интересно. Ну и работа в группах, что тоже, значит, понимая, что МГПУ использует Microsoft Teams, то мы довольно глубоко тоже исследовали Teams и специально строили свое решение, чтобы все преимущества Teams можно было использовать. Что же видит преподаватель? Он видит контент на основном экране, на мониторе контролирующий. Он видит студентов в аудитории, студентов у доски, сбоку дистанционных студентов на дополнительном экране. И если дистанционный студент у доски, то он его тоже видит. Вот такой так называемой дистанционной доски. Студент в аудитории видит все, что и удаленных студентов, и то, что они делают. А когда у нас рассказывает удаленный студент, он видит аудиторию, реакцию аудитории, но он видит и тот контент, который он демонстрирует. Вот был интересный пример, который мы показали, когда с помощью белой доски работали одновременно и удаленные, и студенты, и находящиеся в аудитории. В результате получилась вот такая аудитория, которая сейчас вот активно используется. Я была, конечно, очень удивлена, когда рассказала Екатерина Владимировна, что это используется не только для иногородних магистрантов, но и уроки музыки, и уроки рисования. Это очень здорово. Вот, и мне кажется, что таким образом вот появился какой-то новый опыт деятельности, о котором говорил там Алексей Львович Семенов в самом начале, что это
группа деятельности, когда можно собирать людей с разных мест и из них создавать единую учебную аудиторию. Спасибо. Да, спасибо. Действительно, мы уже вышли за рамки того, тех целей, которые мы ставили. И вот я как говорю, что мы сейчас уже ставим задачи и проведение занятий по робототехнике и по искусству. И действительно ищем способы, как это сделать и для более комфортно, особенно для тех студентов, которые находятся в онлайн. То есть здесь в каждой предметной области есть свои особенности. Но что нас всех объединяет, что мы глубоко понимаем, что этот формат имеет место быть даже в таких сложных предметных областях, как робототехника, как физика, как искусство. Единственное, конечно, нужно двигаться дальше и в плане технического оснащения. Но, как я поняла, у нас про техническую часть и также про изменения, которые произошли в течение года, готова рассказать Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, я правильно поняла, что у вас произошли и технические изменения, потому что мы были у вас в прошлом году, и, как я понимаю, что много что изменилось, и в том числе и в технической части. Олеги, всем добрый день. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Да, слышно прекрасно. Камера за мной немножко отстает, но сейчас она меня, надеюсь, поймает. Со мной сегодня на звонке моя коллега из Центра преподавательского мастерства Дарья Викулова. Дарья ведет наш цифровой трек и лидирует проекты по созданию новых форматов гибридных аудиторий. Для тех, кто, возможно, знакомился с нашим кейсом в проекте гибридного обучения и белой книги по гибридному обучению, где этот кейс описан, первые наши аудитории, которые мы создавали, были достаточно дорогим и амбициозным проектом. Эти аудитории были построены на предпосылках того, что у нас есть наши студенты, которые готовы приходить в кампус, приезжать в кампус на занятия, есть студенты, которые не могут себе этого позволить по разным причинам. И с этой предпосылки мы начинали первое проектирование, первый раунд проектирования. Дальше практика показала, что, в общем-то, большинство студентов вовлекаются в занятия, когда есть возможность у преподавателя видеть студентов, у студентов есть возможность видеть друг друга, и это дает гораздо более позитивный образовательный опыт по сравнению с онлайн-занятиями или с форматом таким простым, упрощенным, когда просто перед преподавателем стоит ноутбук. Однако то, что мы построили в нашем втором кампусе, за пригородном кампусе Михайловская дача, не подходит для всех возможных сценариев, во-первых, а во-вторых, не вполне подходит, например, для нашего кампуса в центре города. И сегодня я с вами на связи из нашей гибридной аудитории, которая находится в нашем кампусе на Буховском. Она более простая, поскольку, во-первых, она чуть меньше, чем те аудитории, которые у нас есть в Михайловской даче. Во-вторых, у нас в данной аудитории не было возможности поставить интерактивную доску. Поэтому мы вместо этого решили задачу креативно и поставили доску обычную. Вы сейчас видите меня на фоне этой доски, над моей головой находится камера Scriber. Когда я пишу на такой доске, камера считывает и транслирует все, что я пишу, замыливая меня как человека. И таким образом все, кто находится в аудитории, и те, кто находится онлайн, могут прекрасно видеть, что я пишу на доске. Честно могу сказать, что те наши преподаватели, кто уже поработал с интерактивными досками, посчитали это шагом назад немножко, потому что они уже привыкли работать с более продвинутыми технологиями, где не просто написал на интерактивной доске стилусом, но это все еще и сохранилось, скопировалось, и не надо ничего фотографировать, оно там все сохранилось, как файлы можно поделиться со студентами. Но, тем не менее, это решение более простое, и оно экономически более доступно на самом деле. Но мы пошли дальше. Было понятно, что в нашей модели обучения очень много внимания уделяется групповой работе. Как мы помним,
в гибридном формате у нас есть студенты, которые участвуют в занятии онлайн, и студенты, которые участвуют в занятии офлайн. Возможно, есть те, кто приходит на занятия дистанционно, асинхронно, то есть смотрят их в записи. Но если мы говорим про проектную работу, все-таки речь идет о погружении в нее в процессе занятия. И это значит, что у нас стоит задача, как организовать эту работу таким образом, чтобы не зависеть от того, какая пропорция онлайн и офлайн студентов пришла на занятия в той же мере, в которой мы зависим, если у нас нет возможности комфортной работы смешанных команд во время занятия в одном образовательном пространстве. А когда мы поставили перед собой этот вопрос, нам казалось, что задача невыполнима. Но мы решили попробовать и поискать технологии, которые позволяют реализовывать и решать такие задачи. И уже в этом году в нашем кампусе в Михайловской даче начала работу первая гибридная аудитория для групповой работы. И в конце мы еще расскажем про побочный проект, который вырос из этого проекта и дал нам еще одну конфигурацию. А теперь я передаю слово Дарье, руководителю проекта, чтобы она рассказала подробнее. Да, спасибо большое за краткий обзор нашей традиционной гибридной аудитории. Здесь, конечно, перед нами стояла задача немного иного толка, поскольку в гибриде наши преподаватели работают с 2021 года, и для нас, как для бизнес-школы, работа с кейс-методом и, в принципе, групповой работы была очень распространена, поэтому потерю подобной возможности работы в смешанных командах наши преподаватели очень сильно почувствовали и сами пришли к нам с запросом о том, чтобы мы придумали, что мы могли с этим сделать. Естественно, было просто разделить онлайн-студентов на группы, чтобы они работали между собой в онлайне, офлайн-группы поделить внутри аудитории, но это не совсем работало, когда группы были устоявшиеся. Или когда хотелось немножко разбавить обстановку, и тогда мы пришли к этому решению. В нашей аудитории 6 групп студентов могут работать одновременно. В целом площадь позволяет приводить сюда около 30-35 человек очно и, естественно, неограниченное количество онлайн-студентов. Но тут важно понимать ограничения со стороны преподавателя. Очень сложно управлять большим количеством групп, поэтому мы не рекомендуем одновременно брать более 5-6 команд в любом случае. Таким образом, мы получаем примерно 35-40, максимум 45 студентов, которые могут одновременно участвовать в этом занятии как с точки зрения онлайн-студентов, так и офлайн, чтобы не было большого информационного перегруза для всех. В целом здесь можно работать в 3 сценариях. Соответственно, лекционная часть, где преподаватель может рассказать какой-то базовый материал, либо дать инструкцию. Это групповая работа, где студенты разбиваются на команды, вместе решают определенную задачу с использованием всех информационных технологий, которые им доступны. И, соответственно, завершающая часть – это презентация результатов, которая проводится там же, в этой же аудитории. Это визуализация. Если пройтись чуть больше по оборудованию и тому, как это выглядит. Здесь справа вид сверху, то есть мы видим 6 рабочих станций, за которыми могут расположиться студенты. То есть у каждой группы есть возможность работать в смешанном формате. И есть рабочее место преподавателя. Он может сидеть, он может работать у кафедры. Точно так же у него остаются его экраны, которые транслируют и онлайн-студентов, и контент, чтобы можно было с ним сверяться. Соответственно, все студенты видят друг друга, слышат друг друга. Преподаватель тоже сразу контролирует обе аудитории. То есть все те принципы, которые работали в традиционной гибридной аудитории, мы сохранили. То есть преподавателю не нужно ходить с каким-то ручным микрофоном. Весь звук контролируется. В целом аудитория выглядит вот так, живая. То есть в центре у нас есть некоторое количество столов для инструктажа, где студенты могут свободно расположиться. А по периметру находятся их станции для групповой работы. Как выглядит такая станция вблизи? Это фотография наших коллег, где живет настоящее живое обсуждение нашего проекта. Здесь на каждой станции вы увидите вот такую интересную сову, как мы ее называем.
Это колонка, камера и микрофон два в одном. Что делает эта камера? Она захватывает всех на 360 градусов, всех, кто находится вокруг. Но невозможно концентрироваться на всей команде сразу и видеть, что происходит. Поэтому она реагирует на слух, она реагирует на звук. Если два человека вовлекаются в дискуссию, она транслирует картинку именно этих двух человек. Соответственно, для тех, кто сидит в онлайне, картинка типичная, как если бы в Тимзе вместе с ними были их одногруппники. Но при этом в офлайне, где транслируются лица их онлайн-участников со включенными камерами, строго говоря, размер этих голов похож на размер тех, кто сидит вокруг. Поэтому для офлайн-студентов мы получаем такую практически офлайн-историю, для онлайн-студентов все очень похоже на привычную работу в Teams. Соответственно, эта же камера захватывает звук, выступает в качестве камеры. У каждой команды есть большая интерактивная доска. То есть вот этот второй монитор, который вы видите, это интерактивная доска, на ней можно писать, работать, что хотите делать. И экран снизу, куда мы рекомендуем вводить онлайн-участников, чтобы о них не забыли. Потому что, естественно, с глаз долой и сердце вон, если онлайн-участников не вывести, как мы это, в принципе, наблюдали в типичном гибриде, о них и преподаватель может забыть, и другие студенты забудут. Поэтому тут такой вопрос дисциплины с некоторой точки зрения. Позволю себе вернуться на пару слайдов назад. Что мы не отметили, так это то, что для преподавателя это достаточно комфортное пространство. Тут нет каких-то ни ширм, нет никаких загородок. То есть для преподавателя весь его опыт в этой аудитории очень приближен к типичному офлайну. То есть как он разбивает команды на группы в свободном формате или в предопределенном, и они расходятся по своим рабочим станциям. Он точно так же может ходить между этими командами, присаживаться, следить за тем, как все происходит, как все работает. И, соответственно, если нужно дать какой-то дополнительный инструктаж, точно так же просит всех соблюсти тишину, все оборачиваются, следят за преподавателем, и то, что он скажет вслух, слышат все, и онлайн-участники, и офлайн-участники, даже в режиме, когда все разошлись по групповой работе. Это все изнутри для преподавателя очень напоминает историю, когда он преподает офлайн. В целом, да, вот фотография аудитории, она развернута у нас в кампусе в Михайловской даче. Вот так вид у офлайн-студентов, точно так же на кафедру и на мониторы. Соответственно, мы, когда впервые запустим туда наших преподавателей со студентами и снимем их первый опыт, мы оформим наши находки, в том числе оборудование, конфигурацию, как мы пришли к созданию этой аудитории в белой книге. И она будет на нашем сайте Metagesom, и все, что вы здесь найдете, вы найдете в том числе в этой белой книге, включая оборудование, что это может быть и как это работает. За сегодня у нас все. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете написать нам лично, либо задать вопросы в комментариях, но тут вопрос уже к модераторам встречи. Да, я на самом деле добавлю, у нас есть уже задел на следующий год показать еще одну конфигурацию. Когда мы работали над такой версией гибрида, мы увидели, что есть запрос у преподавателей, которые ведут малые группы, и у которых также в этих малых группах бывают онлайн-студенты. Например, это языковые группы. Или это занятия для аспирантов, когда обычно у аспирантов не так много в группе, бывают студенты, которые не могут вовремя доехать из другого кампуса или находятся командировки за границей, еще не доехали или уже вынуждены были уехать, но занятия, тем не менее, надо проводить встречи, семинары и так далее. И у нас родилась концепция совсем простой маленькой гибридной аудитории для таких малых групп вокруг вот этой камеры совы. Она не, мы не просто так ее называем сова, она у производителя называется АУ. И она на самом деле, когда выключается, она издает кукающий звук. Это очень забавно. И вот вокруг этой камеры и этой идеи мы сейчас дорабатываем конфигурацию, надеюсь, успешно протестируем историю с гибридной аудиторией для малых групп, где занимается одна гибридная группа, но максимально интерактивно. Я так понимаю, у нас был вопрос у Анны Владимировны.
Да? Звук? Мне, конечно, самое трудное – это всегда даже не видео, а звук. И, конечно, когда я вижу работу по группам, когда мы планировали, да, то мы разделяли, условно говоря, онлайн-студентов и офлайн-студентов. И предполагали, что онлайн-студенты будут в своих группах, в своих, ну, так сказать, внутренних, так сказать, комнатах виртуальных собранные, а онлайн-студенты отключаются, у нас есть специальная кнопка, чтобы отключить звук, и они уже сами. Когда я вижу, что вы ставите сову, то я понимаю, что эта сова ловит на самом деле не только те, кто сидит рядом, да, но и дополнительные звуки тоже. И вот тут, вот, по-моему, одна из сложных вопросов, как сделать так, чтобы они друг друга не слышали. Это все-таки же групповая работа, да, мы над проектом работаем. Как вы этот вопрос решаете? Смотрите, когда вы, в принципе, даже офлайн без каких-то онлайн-участников проводите групповую работу, вы неизбежно получаете некий звуковой такой шум, гам, хаос. Но когда студенты начинают работать между собой, им уже не важно, что там происходит, как кричат их соседи, они концентрируются на своем обсуждении. Мы, естественно, очень беспокоились насчет того, что онлайн-участникам будет находиться в таком хаосе абсолютно невыносимо, и мы рассматривали вопрос со звукопоглощающими ширмами. Но когда мы проводили тесты и запускали 4-5 групп, которым давали настоящее задание, над которым активно работали, мы поняли, что уровень шума из онлайна в целом соразмерен тому, что офлайн-студенты тоже получают. И как только начинается дискуссия, все концентрируются на том, что говорят их ближайшие студенты, и, соответственно, камера и ловит звук от самых ближайших студентов намного лучше, чем от тех, кто сидит на отдалении 2-3 метров. То есть в целом опасение было, в реальности работает точно так же, как в офлайне. Шум небольшой есть, но с ним более чем можно работать. Спасибо за ответ. Если можно, немножко дополню, здесь есть большой вопрос, какую ВКС мы используем. Потому что если мы работаем с ВКС, у которой, в принципе, нет функционала шумоподавления, то тогда, да, действительно будет хуже. ВКС-системы, у которых есть такой функционал, позволяют работать в таких аудиториях более комфортно, как раз за счет того, что этот фоновый шум они частично приглушают и обрезают, и делают участие тех, кто непосредственно находится вокруг камеры и говорит вокруг этой камеры, более комфортным для участия в диалоге. Спасибо. Но нам пришлось пройти несколько раундов тестирования, пока мы все настроили, в том числе расстояние, на которых должны находиться друг от друга эти столы. А вот кроме звука я бы хотела обратить внимание на то, о чем вот говорила еще Ольга Николаевна, про доски. Вы, конечно, сказали, что это финансовое, как бы обоснованно использовать маркерные доски, но вот вы знаете, преподаватели нашего института действительно зачастую осознанно отдают предпочтение именно маркерным доскам, хотя у нас есть и интерактивные доски. И в основном это педагоги математики. И вы видели вот во время видеоролика, что действительно по математике, по геометрии особенно, приходится создавать очень много рисунков, чертежей. Причем эти же чертежи создаются и студентами. И тетради студентов тоже необходимо транслировать. И это, ну, на мой взгляд, такое распределение внимания на разные источники, что это, по сути, определенный нужно навык формировать у самого педагога. Мне иногда самой кажется, что я нахожусь как в зазеркалье, то есть куда говорить, где какие студенты. И вот говорили, что если студентов онлайн не подключить, то мы действительно о них иногда можем забыть. Поэтому видеть лица тех, кто в онлайне, это тоже очень важно. Но вот хотелось бы вернуться к математике, потому что, несмотря на, казалось бы, простую вот такую вот предметную область, которая может показаться обывателю, на самом деле это сложнейшая область с точки зрения и технической ее реализации. И про ту доску, которую Ольга Николаевна говорила, что можно писать, и изображение человека будет не видно для тех, кто в онлайне. Это действительно технологии, которые помогают
нам реализовывать гибридное обучение. И вот Лариса Олеговна уже поняла, что дальше мы поговорим про математику. Лариса Олеговна, очень хочется, да, узнать ваш опыт. Да, сейчас я подключу презентацию. Так, одну секундочку. Пока Лариса Олеговна подключает, я еще раз напомню, что Лариса Олеговна руководитель как раз одной из первых магистерских программ, набор на который осуществлялся вот по очной форме с применением дистанционных технологий. И в группе, в которой есть студенты из разных городов, при этом занятия ведутся синхронно. Да, мы каждый раз вот несколько пока оставляем в уме асинхронный формат обучения. На мой взгляд, он именно просто с технической точки зрения, ну, меньше к обсуждению. Поэтому, да, говорим больше про два потока синхронных, которые находятся в онлайне и в аудитории. Пожалуйста, Лариса Олеговна. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сегодня поговорим об опыте гибридного обучения в магистратуре у нас. И, как сказала Наталья Владимировна, здесь у нас занимались и студенты на математических дисциплинах, и студенты на дисциплинах по элементарной математике, и в том числе на методике преподавания математики. Ну, мы здесь опять же ссылаемся на то, что мы использовали очень заинтересовавшую нас работу, которую сделали наши коллеги нашего университета Санкт-Петербурга, в эксперименте принимали участие и Томский университет, и Уральский федеральный университет, и так далее, и так далее. И при работе мы опирались на тот понятийный аппарат, который был изложен в этой книге, и мы сегодня постараемся проиллюстрировать вот эти принципы, которые были заложены как принципы новой цифровой дидактики, и наши модели обучения, сценарии наши, мы создаем из тех конструктов, которые были у нас задействованы, которые были провозглашены, описаны как раз в этой белой книге. Но что бы мне хотелось сказать, всегда преподаватели, которые слышат, читают новые теории, которые, так сказать, изучают новую литературу, всегда говорят: ну, мы свой опыт, который у нас уже есть, свой багаж, накопленный материал, разные там презентации, разные пособия, мы их можем использовать или не можем использовать в этой новой нормальности или нет. И вот нам было интересно, все методисты у нас математики особенно знают, что есть такая методическая система, во многих других предметах ее также используют. Вот она здесь представлена, и вы обратите внимание, в каком году она была создана доктором педнаук Анатолием Михайловичем Пышкало. И вот мы поставили для себя такую проблему. А что из этой методической системы, что и как мы сможем использовать в новой нашей нормальности? И в своей работе мы сейчас покажем, как мы реализуем наши материалы, как мы их используем, беря на вооружение те возможности, которые нам дает аудитория, гибридная аудитория. Я сегодня покажу несколько триггеров, которые мы использовали для конструкта осмысления, интерактива, и покажу взаимосвязь, взаимодействие вот различных потоков, которые у нас есть. Обратите, пожалуйста, внимание, вот для конструкта осмысления мы должны создать некоторый стимул, который порождает вот ту ситуацию, которую нам нужно запустить, осмысление. Мы предлагаем наше, ну, будем говорить, нестандартное, нестандартное, но задание, которое мы используем по методике для того, чтобы организовать взаимодействие, взаимообучение, для того, чтобы организовать дискуссию. Дальше. У нас в качестве триггера могут выступать и
учебные кейсы. Учебные кейсы очень распространенная такая, это и технология обучения, это и средства обучения, это и метод обучения. Мы трактуем, в данном случае, трактуем учебный кейс как некоторое пособие, которое мы выдаем ученикам для обучения. А наши студенты должны получить опыт работы с этим пособием. Хорош или плох вот этот кейс? Мы его запускаем в качестве триггера для обсуждения, для создания некоторой проблемной ситуации осмысления. Дальше. В интерактиве, когда мы организуем этот конструкт, мы широко используем различные виды групповой работы, причем распределение по группы, на группы мы ведем, конечно, с учетом дифференциации наших студентов. Но это все как бы старо, как мир. Этим мы пользуемся, этими материалы у нас есть. В обычной аудитории мы все это проводим. Давайте посмотрим теперь, как у нас будет устроен сценарий такой лекционной работы, которая была в аудитории гибридной. Если говорить о традиционной лекции, которую мы ведем, вот здесь план такой лекции. Объявление темы, у нас приглашенный эксперт будет, у нас некоторые проблемы мы будем обсуждать, будет проверка выполнения групповых занятий, будет дальше чтение интерактивной лекции. А вот где теперь здесь у нас гибридная аудитория? Вот сейчас мы попробуем вам это все показать и начнем со схемы, которую мы реализовывали. Эту схему мы будем иллюстрировать фотографиями. Часть из них, те, которые вы уже видели, Наталья Владимировна показывала, но я подробнее о них расскажу. Итак, у нас есть конструкт осмысления, мотивация к изучению этой лекции и постановка цели. Цель у нас ставят студенты вовгоса второго поколения и к третьему поколению уже мы перешли. У нас постановка цели – это очень важный опыт. Через него должны пройти наши студенты, которые будут этот опыт реализовывать в преподавании. И вот мы для того, чтобы показать значимость нашей лекции, мы пригласили эксперта. Что делает эксперт? Эксперт говорит о тех трудностях, которые есть у школьников в обучении стереометрии, геометрической подготовке школьников. Лектор у нас приглашенный, он в онлайне. И здесь у нас есть и аудитория, группа тех ребят, которые у нас в аудитории находятся, и группа, которая по разным причинам у нас оказалась вне нашей аудитории, но принцип мультиформатности нам позволяет это сделать. И в результате выступления этого эксперта мы получаем отдачу в виде постановки цели нашей сегодняшней лекции. Вот вы видите нашу аудиторию. Здесь у нас находится вот на правой, с правой стороны доски, здесь у нас подключены онлайн-студенты, мы их видим. И мы видим, что у нас демонстрация экрана идет, и как раз типы затруднений учащихся, о которых говорит нам наш лектор, и на основании которых мы должны увидеть и поставить цель этой лекции. Дальше. Когда цель лекции поставлена, когда уже прошло обсуждение, зафиксированы трудности, у нас идет интерактивная работа. Интерактивная работа у нас ведется в трех потоках. Поток аудитории – это самый большой у нас поток. Дальше поток онлайн по разным там обстоятельствам. Это те студенты, которые у нас на подключении. И мы еще организуем в аудитории асинхрон, задание, которое, индивидуальное задание, которое получают отдельные наши студенты. И вот интерактив, прием погружения в содержание школьной программы с студентами, которые у меня в аудитории, с группой, которая не работает в асинхроне, мы устную самостоятельную работу проводим. Устную самостоятельную работу, вот как раз задание
высвечены для трех групп. И эта устная самостоятельная работа у нас идет с привлечением как раз вот маркерной доски, с обсуждением каких-то вопросов, с ответов. Обратите внимание, что эта часть у нас будет, ее слышат и те, кто находится в асинхроне, могут слушать, и те, кто находится в онлайне на индивидуальной работе. Но если они, допустим, погружаются в свои обсуждения, то и эту часть они могут просмотреть еще в записи. Но опять же, выделяя тех или иных студентов, мы как бы реагируем на том, как они у нас подготовлены. Дальше. У нас вторая группа студентов – это вот работа асинхрон в аудитории. И свою работу, которую они выполнили, они должны показать всей аудитории, когда будут отчитываться. И обратите, пожалуйста, внимание, вот эту работу они сумели показать и тем, кто слушает, уже аудиторию у нас самостоятельная работа прошла, и они доложили свои результаты. Результаты нам не нужно переносить на маркерную доску с помощью телефона, они транслируют сюда на эту доску, которую видят в том числе и те, кто находится у нас в онлайн-режиме. Дальше у нас работает группа. Теперь уже у нас все подключены сюда к этой заслушиванию ответов. Тех, кто у нас работал в онлайн и выполнял групповое задание, и они, эти ребята, которые докладывают, отвечают на вопросы, отвечают на те замечания, которые они получили. И если вот теперь говорить о схеме взаимодействия, которая здесь реализована в трех потоках в конструкте интерактив, то обратите, пожалуйста, внимание, преподаватель выдает задание трем группам, три группы работают, синхрон студенты аудитории, дальше асинхрон группа онлайн и асинхрон индивидуальная работа в аудитории. Причем обратная связь и с преподавателем, и между собой у этих студентов у нас есть. В какой-то части это будет, может быть, последующий просмотр, где-то это непосредственное участие в работе, когда проходило это обсуждение. И я еще раз скажу о том, очень кратенько, как мы работаем в лекционном формате. У нас интерактивная лекция, и опять у нас работает конструкт осмысления, где уже триггером у нас выступает, обратите, пожалуйста, школьная задача, вот она здесь приведена. Дальше мы распределяем работу, опять же, ставим проблемы перед студентами, и в результате интерактива получаем обсуждение. Задание у нас было выделить особенности на основе собственного опыта проведения первого этапа решения задачи, и в интерактиве идет обсуждение. И вот обратите, пожалуйста, внимание, обсуждение, которое у нас идет после того, как мы проработали в двух потоках, оно обсуждение и сбор информации идет на маркерной доске, которую у нас также видят как студенты, находящиеся в аудитории, так и студенты, находящиеся в онлайн. То есть они могут эту работу всю, так сказать, видеть нашу. И последнее, что мне хотелось отметить. Последнее, что мне хотелось бы ответить. Конечно, вот эта проблематика гибридной аудитории очень тесно переплетается и с индивидуализацией обучения, и с дифференциацией. И последний наш такой самый модный термин – это персонализация обучения, когда сам студент определяет и режим работы, сам студент определяет и ставит все цели этой работы, он выбирает формат этой работы. И все это нам дает, конечно, гибрид. Аудитория.
Я закончила. Спасибо, Лариса Олеговна. Вы знаете, я каждый раз удивляюсь сценарием занятий, которые разрабатывают преподаватели, когда ставишь перед ними задачу вот студенты в два потока. То есть у тебя будут студенты, кто подключится онлайн. Насколько эта аудитория расширяет вот этот сценарный запас? Лариса Олеговна, вот готовиться к таким занятиям, вот, ну, как оцените по времени, намного дольше, чем к обычным занятиям, когда у вас студенты в один поток. Наталья Владимировна, ну, сейчас я вам скажу такую вещь. Я недаром начала с того, а можем ли мы использовать тот наш большой положительный опыт, который уже накоплен у каждого преподавателя? Конечно, мы используем и наши наработки, и наши презентации. Здесь стоит вопрос, вот для меня, во всяком случае, самый главный вопрос. Как удачно спланировать вот это разделение потоков и использовать те большие возможности, которые нам дает гибридная аудитория. А возможности действительно очень большие. Когда у нас, во-первых, вот я возвращусь вот в эту схему, обратите, пожалуйста, внимание, у нас все время идет интерактив, у нас идет и взаимное обучение, вот здесь группа онлайн в асинхроне, она же сама работала между собой, они консультировались. И потом еще результат этой консультации выродился у нас в то обсуждение, которое было в самой аудитории уже, той работы, которую они выполнили самостоятельно. То есть, мне кажется, для преподавателя, ну, имеющего опыт, здесь самое главное – разумно, не из пушки по воробьям, использовать эти возможности. Да, спасибо, Лариса Олеговна. Действительно, сценарий занятий становится более насыщенным с привлечением экспертов, с привлечением вот этих разных форматов обучения. Но вот, на мой взгляд, еще очень интересный опыт Валерия Олеговича, который помимо как бы вот наших потоков онлайн в аудитории, еще работает с несколькими потоками. Это студенты плюс школьники, причем студенты из разных институтов. Мы ведь понимаем, насколько сложно университетское вообще расписание, и зачастую провести некоторые мастер-классы для студентов, находящихся в разных корпусах, это бывает очень сложно. То есть синхронизация расписания – сложнейшая задача. Валерий Олегович, вот расскажите о своем опыте, в том числе и проведении элективных курсов на несколько институтов, и вот про вашу модель занятий. Большое спасибо, Наталья Владимировна. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас я тоже постараюсь поделиться презентацией, чтобы как бы подкрепить весь тот материал, который я сейчас постараюсь озвучить. Естественно, я бы хотел немного начать издалека и отметить специфику, скажем так, того, как у нас представлена, скажем так, именно система музыкального образования. Потому что в данной нашей исследовательской работе мы затронули, по сути, именно сферу обучения, музыкального обучения в сфере высшего образования. То есть это исследование касалось именно нашего Московского городского педагогического университета, то есть Институт культуры и искусств, и, как правильно было подмечено, практики совместного взаимодействия студентов из различных подразделений, различных институтов в рамках так называемых элективных курсов творческих. Но я, конечно, хотел отметить вообще специфику музыкального образования вкратце, затронуть определенные тонкости восприятия касательно именно смыслов, которые существуют в педагогическом сообществе. Потому что следует подчеркнуть, что, естественно, до фактора пандемии, как многократно сегодня отмечалось, обращение
каким-либо коммуникационным средством в музыкальных занятиях, а это достаточно широкий спектр различных форм деятельности, воспринимался большинством педагогического сообщества, относящегося к сфере воспитания в области музыкального искусства, образования, потому что здесь мы сразу связаны, допустим, с деятельностью по развитию там, артистов или, допустим, будущих педагогов, или тех, кто является теоретиками в области музыкального искусства и педагогики. И, конечно, консервативное начало, которое строится на сохранении традиций исполнительской культуры, связанной с игрой в реальной аудитории, с работой с педагогом, индивидуальные занятия, все это даже уже, мы же прекрасно вот понимаем, даже с учетом вот экскурса в предысторию вот замечательной компании, которая разрабатывает гибридные аудитории, видно, когда это все начиналось. И понятно, что локальные факторы применения, ну даже просто цифровой коммуникации, мы не будем говорить про гибрид, использовалось уже с появлением там доступного интернета и так далее. Но это всегда негативно воспринималось. По сути, это было связано с низким качеством записываемого звука музыкального, то, что не позволяло взаимодействовать нормально. То есть, вот, когда пандемия у нас появилась, это существенно ухудшило. Инновационная составляющая в музыкальном искусство и образование, она параллельно всегда развивалась, это было связано и с так называемой музыкальной звукорежиссурой, развитием музыкальных инструментов, электронных музыкальных инструментов, в том числе музыкального программного обеспечения. Если вот разделить вообще в целом, допустим, подготовку в ВУЗе, потому что кроме, как вот мы сегодня рассмотрим, и практики взаимодействия различных институтов и различных групп подготовки студентов в творческой деятельности, следует и отметить специфику профессиональной подготовки педагогов-музыкантов и музыкантов-исполнителей, которые у нас в Институте культуры и искусств реализуются, в том числе и с использованием так называемых дистанционных технологий, и там, где у нас, собственно, фигурируют и те же самые гибридные подходы к организации учебной деятельности. Но вот эти категории, вот крупные категории подготовки, конечно, следует тоже разделять на вот так называемую исполнительскую, вот самое сложное для вот этой интеграции. Теоретическая, которая, по сути, ничем не отличается от такой же теоретической в любой предметной области. Философия, там, допустим, какая-нибудь история, где действительно, да, есть лекционная составляющая, но там важно обратить внимание на какие-то другие контексты, не связанные с съемом акустического состояния зала, в котором, допустим, играет скрипач или пианист, чтобы, допустим, можно было четко диагностировать те или иные изменения в работе, которые нужны. Ну и, конечно, педагогические, потому что важно подчеркнуть, все-таки у нас педагогический вуз, и очень большое внимание уделяется именно обучению. То есть студент учится учить своих учеников, возможно, это будут школьники или тоже будут студенты на уровне СПО. И, естественно, подготовка их в области новых технологий, как это говорится, у нас известный такой предмет, который есть во всех направлениях, информационные технологии или информационные и коммуникационные технологии, профессиональной деятельности. У нас есть такой предмет, так называется, в профессиональной деятельности музыканта, где каждый год приходится обновлять те или иные подходы к возможному арсеналу педагогических работ будущих наших выпускников для реализации своей профессиональной деятельности, если им это, конечно, пригодится, потому что у всех есть право выбора. Но вот обращаясь к нашей практике, которая, опять же, объединялась в определенных моментах, связанных с моделированием вот этих подходов, мы видим вот тоже вот направление педагогическое, направление искусства. И у нас это как бы реализуется как в бакалавриате, в магистратуре. И после как бы условий пандемии, собственно, активно все начали пробовать те или иные варианты взаимодействия с аудиторией. И тоже много было различных, скажем так, рефлексии
профессорско-преподавательского состава и в том числе студентов на те или иные подходы, которые были вызваны компенсировать те дефициты, которые у нас возникали в коммуникации, то есть в коммуникации с живой. Потому что, что важно тоже подчеркнуть, одну из самых важнейших специфик тоже музыкального образования – это наличие индивидуальных занятий, это когда педагог, допустим, по фортепиано, по скрипке, по гитаре, по баяну находится в аудитории конкретно со своим учеником, они учат программу, работают над аппликатурой, над динамикой, то есть это идет такое взаимодействие достаточно, скажем так, тонкое, индивидуальное и, самое главное, нацеленное на конкретный результат, связанный с исполнением концертной практики. Здесь, конечно, очень было большое отторжение любых вообще коммуникационных идей, связанных с исключением так называемого применения вообще чего-либо, кроме как вот сидеть в аудитории заниматься, потому что большинство все-таки, мы же понимаем, что все-таки музыкальное образование – это консерватория. Это какие-то традиции, это исполнение классической музыки. И там очень большая часть привязана к этой составляющей. Даже вот в первые дни пандемии, я, к сожалению, сейчас не могу открыть ссылку, был у нас проект, я тоже в этом участвовал, мы записывали виртуальный хор МГПУ, который исполнял произведения, по-моему, это даже на втором канале, я помню, точно транслировалось тогда, потому что это был ответ вызову, и мы, конечно, не в синхронном варианте, вот это и проблема музыкального обучения, допустим, коллективного, когда речь идет о коллективном музыкальном исполнительстве, тем более, если какие-то артисты, исполнители находятся удаленно друг от друга физически, то есть по сети объединяются. Но мы там это все объединили путем отложенной записи. Все участники записали небольшие фрагменты своей партии, мы их потом соединили. Но это вот такие практики, которые были. Сейчас я, чтобы немножко минимизировать временные затраты, тоже вот уточню, что по рейтингу возможности, ну вот как вот сейчас, ну, на первый взгляд кажется, с учетом вот того опыта, который у нас имеется, у нас вот вырисовывается вот такая вертикаль, что наиболее пока адаптивные, на первый взгляд кажется, с учетом вот того имеющегося технического оснащения, которое действительно мы обладаем, допустим, вот в Институте культуры и искусств, то на первом месте, конечно, это музыкально-теоретические дисциплины, которые по большей части даже вообще могут полностью в какой-то степени уходить в дистанционную режим. Ну и, конечно, на втором месте так называемое освоение профильных информационных технологий, но здесь я имею в виду именно так называемый сегмент музыкальных компьютерных технологий. Это так называемый термин, тоже он был введен еще в свое время в Герценовском педагогическом университете, где появилась первая музыкально-компьютерная технология, лаборатория музыкально-компьютерных технологий, где начали именно централизованно исследовать те музыкальные компьютерные программы, которые были ориентированы исключительно на профессиональную деятельность музыкантов. То есть это определенный профиль. И вот дальше вот как раз идут уже по рейтингу уменьшающиеся по степени адаптивности. Это практически индивидуальные музыкальные занятия, инструментальные, вокальная подготовка, в особенности вокальная, потому что здесь мы всегда взаимодействуем со звуком. И вот сегодня не раз уже упоминалась история с микрофоном. Ведь когда мы используем, допустим, стандартные гарнитуры, микрофоны, даже высокого качества, системы шумоподавления, там очень часто есть, ну, с точки зрения музыкального восприятия, искажение динамического баланса. Динамика в данном случае – это ведь любой алгоритм шумоподавления старается вытянуть любой звук, чтобы было хорошо слышно речь, а шум куда-то убрать. А в музыкальной специфике там очень важно сыграть очень тихо, потом очень громко, вот эти градации менять. И, конечно, лишь возможно только для фиксации правильности исполнения нот, ритма, можно было адекватно использовать какие-либо варианты. Конечно, кастомные, так называемые,
самостоятельно собираемыми педагогами, которые, допустим, элементарно подкованы в этой сфере, специальные рабочие станции, которые, допустим, взаимодействуют с аудиоинтерфейсом, подключаемым к нему специальному конденсаторному микрофону. Это вот сейчас уже конденсаторные микрофоны на USB, которые используют блогеры, стали распространенными, их можно взять в интернет-магазин раньше. Это был специализированный микрофон для студии, который более чувствительно передает голос. Естественно, именно для, допустим, передачи звука гитары или там аккордеона, скрипки, вот такой инструментарий необходим именно для диагностики, для педагога. Ну и самое вот последнее, вот почему я тоже про хор сказал, практически групповые музыкальные занятия именно в групповых таких дифференциации потоков, то есть, допустим, у нас есть партии отдельно, которые собрались в каких-то аудиториях, которые друг с другом подключаются, взаимодействуют, или вообще, когда у нас группа людей и все лично подсоединились через свое мультимедийное устройство, компьютер, и взаимодействуют с хормейстером, и он им говорит: «Ауф, так, давайте вступите вместе». И, естественно, они не вступают все одновременно, не получается ансамбля, и это до сих пор пока невозможно. И, конечно, это самая критическая составляющая, которая минимизирует возможности, минимизировала, во всяком случае, на тот момент пандемии, возможности вот этого коллективного творчества. Но важно подчеркнуть, что как раз в нашем исследовании, вот я как бы немножко вот эту предысторию специально ввел, потому что следует подчеркнуть вот эту специфику музыкального образования, где консерватизм очень тормозит интеграцию и хотя бы апробацию всех этих вещей, потому что элементарно иногда стоит просто коллективно что-то эффективно, коллективно апробировать и понять какие-то негативные точки и потом, возможно, исправить. Но у нас с этим некоторые сложности, и понятно, что в скором времени мы очень надеемся, что в нашем институте тоже появятся гибридные специализированные аудитории, и мы будем это тоже изучать именно с точки зрения и возможности коллективного музицирования, когда можно будет работать, допустим, с вокальным ансамблем, хором, который будет взаимодействовать со слушателями, участниками из других каких-то подразделений, которые, возможно, будут как-то слушать их и воспринимать вот эту информацию, копировать что-то. Ну а теперь, возвращаясь к нашему, собственно, исследованию, так как я очень сильно специализировался именно на электронном музыкальном творчестве, и это имело большой отклик с точки зрения студенческой творческой самореализации, то данное направление именно в сфере элективных модулей, которые реализуются в нашем университете, пользовались и пользуются популярностью среди студентов, в том числе не музыкальных направлений подготовки, которые расширяют свои компетенции в области творчества, в области творчества при помощи компьютерных программ, которые позволяют писать музыку, работать со звуковым дизайном. Но важно здесь подчеркнуть тот факт, что вот в моей практике, то есть когда вот тоже появились первый набор на коллектив электронно-музыкальное творчество и звуковой дизайн в цифровой среде, он вот состоялся в 2020 году, после лета, когда сначала сказали, что это все будет сначала очно, а у нас специализированные, соответственно, кабинеты с клавиатурами, а потом сказали, что это будет дистанционно, и, конечно, потом некоторые студенты тоже привыкли к практике того, что можно этим всем заниматься дистанционно, но возникала и необходимость тем, у кого нету дома, ведь, как правило, студент записывается, если у него, допустим, очень часто есть какой-то сетап, как выражаются, набор каких-то программно-аппаратных решений, которые позволяют со всем этим взаимодействовать, но и были студенты, которым нужна практика аудиторная, то есть поработать с теми рабочими станциями, то есть программно-аппаратным комплексом, который у нас есть в нашей аудитории. И здесь, конечно, стоит подчеркнуть вот этот фактор, который у нас объединил взаимодействие. Почему-то вот слайд сам переключается. Что здесь важно подчеркнуть? Вот то,
именно модельное занятие, которое мы провели, оно было ориентировано не только на задачу, связанную с объединением нескольких потоков различных студентов и бакалавриата, и магистратуры, и Институт культуры и искусств, и Института цифрового образования, но в том числе и это было под наблюдением приглашенного эксперта из общеобразовательной школы, который является учителем музыки, предметом, который является одним из тоже основных предметов в школе, ну, имеется в виду не основных, но он в школе преподается. Что здесь, конечно, важно подчеркнуть? Также были слушатели. Это были учащиеся общеобразовательной школы. Я и ранее, и до пандемии, и во время пандемии проводил мастер-классы. До пандемии мастер-классы для учащихся школ по электронному музыкальному творчеству проходили у нас в аудитории. После пандемии все это стало дистанционно. Конечно, наблюдать интересно, но хочется попробовать. Но если ты видишь, как работают, демонстрируют не только лектор-педагог, но ты смотришь, как взаимодействуют разные студенты, это гораздо интереснее. Но понятно, что мы тоже использовали в качестве коммуникационной платформы Teams. И дальше хотелось бы, конечно, подчеркнуть вот ту специфику тех творческих задач, которые у нас были в том занятии, которое мы проводили. Потому что здесь тоже, вот как на слайде было указано, что общая возрастная категория у нас была от учеников 12-14 лет, которые участвовали в качестве слушателей, пробовали что-то делать на компьютере, как, собственно, было и ранее на мастер-классах. Если у них есть компьютер, они могут на этой программе что-то тоже попробовать параллельно поделать в плане создания электронной музыки. Но у нас также присутствовали и студенты, бакалавры музыкального направления, которые тоже это обучаются, студенты уже магистратуры, которые уже более опытны в магистратуре именно музыкально-педагогического образования, а также студенты из других институтов, в том числе Институт цифрового образования, которые в рамках коллективного курса обучались. И даже иностранные студенты, кстати, это отдельная история. Вот у нас в Институте культуры и искусств очень достаточно большое количество студентов из Китая учатся, которые тоже из-за пандемии гибридно, по-разному обучались абсолютно. То они полсеместра находятся в Китае, то они... Опять же, я чуть-чуть позже уточню, что у нас по-разному гибридность тоже воспринимается не только в рамках одного занятия, но в рамках и вообще всего процесса подготовки. Но возвращаясь к нашему мастер-классу, тоже следует отметить, что он состоял из комплекса компонентов. Это и теоретическая часть демонстрационная, где я представлял вот программу, в которой мы будем взаимодействовать с MIDI-клавиатурой, писать там музыку и делать это коллективно. Я показывал, как это стоит сделать, чтобы это было адаптивно для всех. Для тех, кто уже знает это, ему может быть скучно, но это все повторю. Для тех, кто хочет это повторить. И для новых слушателей, допустим, школьников, которые параллельно уже узнают совсем какую-то новую составляющую. Это была составляющая демонстрации, потом была постановка творческих задач и как раз вот это распределение ролей. И вот я говорил про коллективное творчество. Да, исполнительское, возможно, но не было возможно. Но мы поставили задачу более широкую. Не просто, чтобы все лично познакомились и что-то лично попробовали, а чтобы все попробовали сделать фрагментально небольшие паттерны, элементы музыкальной аранжировки коллективно, потом выложить это в сеть и в дальнейшем обработать это и объединить вот это как пазлы в композицию. Причем каждый делал небольшие фрагменты, но в дальнейшем у каждого была возможность получить все фрагменты всех участников нашего мастер-класса, а потом по-своему это пересобрать. То есть это было коллективное творчество. Не было задачи каждому написать какой-то трек музыкальный, выложить, и мы это оценим. Это было именно взаимодействие, то есть командная работа всех тех участников. Да, и я забыл подчеркнуть, что вот те студенты бакалавриата, которые у нас были, тоже участвовали, они подключались из дома тоже. То есть у кого-то были MIDI-клавиатуры, у кого-то был цифровой пианино, кто-то работал только используя клавиатуру компьютера, потому что клавиатура компьютера тоже может производить ноты. Ну,
Хотел бы, конечно, подчеркнуть и мнение нашего эксперта, потому что мы все прекрасно знаем, что электронная музыка, все то, что с ней связано, там, биты так называемые, рэп и прочее, с точки зрения массовой культуры, сейчас в школе очень востребованы и интересны. Мы говорим про общеобразовательную школу, не профильную, там, школу музыкальную, где все-таки тоже, опять же, консервативный подход, классическая музыка. И я тоже помню по своему контингенту участников мастер-классов по электронной музыке, то очень часто как раз общеобразовательная школа, школьники хотят и интересуются, как писать музыку, делать готовую музыку сразу в программе, минуя вот какую-то рутину теории, там, сольфеджио, ноты, сразу что-то готовое, и это им интересно, и почему бы им не предоставить такую возможность. Ну и, конечно, хотелось бы вот показать вот визуализацию вот этой схемы взаимодействия, что у нас была такая базовая аудитория, вот из которой сейчас вещаю, аудитория с программными аппаратными комплексами, с MIDI-клавиатурами, со специальными лицензионными установленными программами, где у нас часть участников находилась. Также у нас были студенты, которые подключались из дома. Соответственно, они имели возможность также принимать участие и в наблюдении, и в создании каких-то своих небольших фрагментов и размещением в общую папку нашей группы Teams для последующей взаимообработки. У нас подключался также эксперт, ученики школы, которые хоть и не готовили никакой контент и не подгружали, но они наблюдали за этим, потому что там были новички, которым просто это было интересно. Ну и, конечно, студенты Института цифрового образования, те, которые принимали участие в обучении в рамках коллективного курса по электронно-музыкальному творчеству и звуковому дизайну. Что важно, конечно, подчеркнуть, это программно-техническое оснащение. То есть то, что отличает вот скажем так, консервативную часть с применением акустических инструментов, с инновационными. MIDI-технологии, которым уже 30 лет, активно используются в современном продакшене, в передовых каких-то направлениях изучения музыкального искусства и так далее. Но, скажем так, их применение очень часто ограничивается в силу ряда факторов, тоже, опять же, консервативного плана. Но вот важно даже подчеркнуть, что, например, с клавишными инструментами, я как, допустим, пианист по начальному образованию и как педагог фортепиано в том числе, я веду у студентов индивидуальные занятия по фортепиано, и достаточно долгий период работы концертмейстером, в том числе у хоровых коллективов, я отлично знаю вот эту специфику того, что именно клавишные музыкальные инструменты первые начали переходить в цифровой формат. То есть информацию о нажатии каждой клавиши и силы стало возможно фиксировать именно в компьютерных программах. И в этом случае, конечно, важно подчеркнуть, что эта возможность давала и во время индивидуальных занятий со студентами, это вот вспоминая свою прошлую практику, передавать звук из системы, а не через микрофон. То есть у нас запускается так называемый плагин с музыкальным инструментом, он передает звук прямо реализовываемый в компьютере, при этом реагирующий на нажатие клавиш, и дальше этот звук уже поступал слушателю. То есть вот как раз вот эта история с проблемным некачественным звуком, она минимизировалась в какой-то степени. Именно с точки зрения клавишных инструментов это просто вот такое отступление, почему вот MIDI-технологии, MIDI-клавиатуры и программы имеют перспективу для последующего развития и гибридных форм музыкального обучения, потому что это важно. Даже вот у нас были идеи про вот этот виртуальный сетевой оркестр. Конечно, внутри аудитории это возможно, но пока это невозможно с точки зрения взаимодействия в интернете. Ну и вот мы тоже видим работу студентов, это вот с нашего проведенного модельного занятия, которые создают свои небольшие фрагменты различными партиями музыкальных инструментов, и басовых, и мелодических, и ударных. Это вот у нас и аудитория Института цифрового образования, где партии создаются при помощи клавиатуры компьютера, и, соответственно, у нас аудитория с MIDI-клавиатурами, которая, допустим, тем, кто владеет более активно игрой на клавишах, позволяло это делать
эффективнее и быстрее. Допустим, вот у нас китайский студент, лауреат, пианист, тоже интересуется созданием электронной музыки, и опять же это позволяет создавать аранжировки. Ну и опять же, вот наши коллеги, магистры, которые уже имеют опыт работы в музыкальной школе и так далее, которые сейчас повышают свою квалификацию у нас в магистратуре для того, чтобы осваивать в том числе и новые технологии, чтобы их интегрировать да, в свою профессиональную деятельность. На самом деле хотелось бы здесь да, обратить внимание еще на сколько действительно вот этот гибридный формат объединил по своей сути разные аудитории. Да, то есть да, если да. Да, изначально стояла задача аудитория онлайн, офлайн, а здесь они по своей подготовке, по возрастной категории, по институту совершенно разные. И вот в этом случае, знаете, мне иногда кажется, что у нас уходит вообще понимание грани, где онлайн, а где офлайн, потому что такие появляются сложные схемы взаимодействия, что точно. Вот я нахожусь в офлайне, а ты находишься в онлайне, уже достаточно сложно, потому что ведут занятия на несколько институтов, тогда что считать в онлайне, да, кого считать в офлайне. И вот, на мой взгляд, конечно же, следует в будущем, может быть, пересмотреть и расширить само понимание гибридной формы обучения, потому что вот это основание, которое было положено онлайн, офлайн и асинхрон, действительно грань стирается вот в таких сложных схемах, на этот счет тоже вспомнить практику из тех же консерваторий, это давно было, были такие категории вольнослушателей. Да, у нас есть люди, которые профессионально обучаются, они поступили, но на уроки профессора могли прийти люди со стороны, послушать, посмотреть, набраться опытом. А гибридные аудитории и вот такой формат обучения, если это будет в рамках неких аудиторий доступных, позволяет подключиться и наблюдать за работой профессиональной, в том числе людям, которые хотят повысить свою квалификацию, понаблюдать, послушать. И это фактор такого вольнослушателя, наблюдателя, который, может быть, практически не очень подкован, но может себя эмоционально, психологически подготовить. Это могут быть абитуриенты. Это, опять же, может быть часть профориентационной работы, когда будущий абитуриент может подключаться и понимать, в каких условиях и чему он будет, у кого учиться, просто как демо-урок. Да, ну, спасибо, Валерий Олегович. Да. Мы заканчиваем наше вот такое вот, на мой взгляд, захватывающее обсуждение. Очень интересные были представлены кейсы, и мне кажется, наши коллеги из Санкт-Петербурга увидели, что мы, несмотря как бы на, может быть, уже сложившееся какое-то понимание гибридного обучения, ведем поиск более глубоко, усложняем сами предметные области. И мне очень понравилось, как сказала Даша. Буквально она сказала, что вот у нас есть традиционная гибридная аудитория. Традиционная гибридная аудитория. Мне кажется, еще буквально полгода назад это было невозможно. То есть сказать, что есть гибридная аудитория и какой функционал выполняет, мы бы вообще не понимали. А теперь действительно у нас есть традиционная гибридная аудитория и, видимо, гибридная аудитория, которая нуждается еще в совершенствовании. И вот, конечно же, вопрос для всех, для нас, мне кажется, вот может прозвучать так. А вот гибридное обучение – это действительно, получается, основа технологическая должна быть мощная. Вот камеры, да, мы сегодня за Ольгой Николаевной просто видим, как камера за ней наблюдает, и куда бы ни пошла Ольга Николаевна, камера везде с ней. Это сложная система звука, шумоподавления, отслеживания. Это маркерные доски, которые просто растворяют человека. То есть действительно очень большая технологическая составляющая есть гибридном обучении. Но с другой стороны, мы увидели, что очень много кейсов из общего образования, где учителя, имея буквально подручные средства, камеры на телефонах, на ноутбуках, они реализуют гибридные технологии обучения, и этот формат принимается, и этот формат набирает обороты.
Поэтому, конечно же, мы должны работать со всеми, скажем, направлениями, когда действительно есть гибридный формат, но нет гибридной аудитории. Но за нами, конечно же, совершенствование гибридных аудиторий. И я уверена, что наступит время, когда мы будем находиться уже не в традиционной гибридной аудитории, и у нас будут не колонки, а умные колонки. И, может быть, будет система умного транскрибирования, которая создаст буквально на основе нашего с вами общения выдержку, конспект, а может быть даже главу для монографии. И все наши мысли, которые мы сейчас с вами озвучили, будут переложены в текст системами искусственного интеллекта, подключенные к нашим микрофонам. Я думаю, что это не за горами. И спасибо большое всем. Нам нужно фантазировать и реализовывать наши фантазии дальше, потому что в будущем действительно гибридная аудитория будет не просто традиционной. Хочется увидеть, какой же она будет дальше. И надеюсь, в следующем году мы это с вами еще раз обсудим. Спасибо.